Омского беспредельщика в стиле GTA приговорили к 23 годам за двойное убийство и поножовщицу. Канат Адырбаев порезал 5 человек, выжили из них 3. Теперь Адырбаев будет отрабатывать наказание в колонии строгого режима. Кровавую резню преступник устроил в Омске 24 июля прошлого года. Причем настолько вошел в раж, что прибывшие на место оперативники чуть не посидели от шока. Все комнаты были залиты кровью, на полу лежали 2 мужских тела с множеством ножевых ранений и чуть живая раненая женщина. Адырбаев, испытывая личную неприязнь к двум потерпевшим, сходил в магазин, купил нож длиной лезвия более 15 сантиметров. После этого вернулся к ним домой и нанес спящему пацеру ножевые ранения. Когда второй потерпевший увидел эти действия, он выбежал вместе с Залыгаевой на улицу. Подсудимый догнал второго потерпевшего и нанес также множество ножевых ранений второму потерпевшему в спину. После чего он нанес ножевые ранения Залыгаевой, чем причинил ей легкий вред здоровью. Таким образом, он обвиняется в совершении убийства 2 лиц, а также причинении легкого вреда здоровью Залыгаевой. Кроме того, выяснилось, что буквально за месяц до резни в Омске мужчина напал с ножом на жителей поселка Крутинка. Тяжело ранил там 2 мужчин.